Ну да. Я проиграл. Я проиграл! Да нет же, да ну куда ты? Верни. Фу, да нет! Скимов. Смешно тебе, блин. Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня долгожданный Тетрис с физикой, или же Трики Тауэр. Задача проста, построить самую высокую башню, но есть проблема, на эту башню будут действовать все законы физики, а это значит, что она будет падать, переворачиваться и будет больно. Мы будем начинать, и да, захочешь новую серию по Трики Тауэрс, давай наберем много лайков, и я сразу же выпущу новую серию, и не забудь про подписку на канал. Погнали! Тетрис с физикой. Слева Квантум, посередине схема, справа Кратос. Это режим выживания. Будут потеры, будет боль, будет вообще все. Наша цель — как можно быстрее израсходовать количество блоков, которые нам дали. Как всегда, пацаны. И у нас тут плюс схемушка. За схемушку можно и лайк поставить. Ну, схемушки что-то, мне кажется, сгорит сегодня однозначно, поэтому... Ждем возгорания. Мне не подтирать. Кто мне подосрет, тот букашка. Хорошо, Квантум. Букашка, мне кажется, это... Окей. Ты какашка, Кратос. Почему я? Не знаю, просто. Ёх-ндрых, ну это плохо. Блин, у меня все плохо. Ладно, пусть будет. Я не знаю, как это вставить. Блин, это упало. Ай, у меня тоже. Она перевесила, гадость. Я начал играть на геймпаде, и все, и жопа. Ладно, окей. Я еще и свою улучшалку просрал, а схемов проиграл. У тебя 3 жизни было схемов. И жизни еще. Так вы же, это же другой режим схемы. Мы же тебе говорим, что 2 режима. Да, это режим выживания. Тут 3 режима, еще режим головоломки есть. Да. Схемов максимально удивлен. Можешь пока поболеть за меня или за Кратоса? Я слева, вот видишь. Нет! Блин, почему ты мог раньше его заюзать? Ты мыша. Падла. Ты мыша. Прыщавая. Ты себя видел? Я, у меня прыщавая. Почему Кратос? У меня прыщи нет. После фотошопа их ни у кого нет. Я не пользуюсь фотошопом, сука, в отличие от тебя. Сейчас давай, блядь. Я тоже фотошоп, я даже пользоваться не умею, ты об этом прекрасно знаешь. Пользуешься, блядь, я видел ретушь. Какую ретушь, что ты видел? Какую ретушь, да сдохни уже. Ай, блядь, мне жопа. А у него сердечко, ему дали сердечко, пиздец. У меня тут негде строиться уже, это капец. Сердечко. Блядь, пожалуйста. Пожалуйста, Антон, выпились. Жизнь, и опять нету жизни, жопа. Антон, сделай выпиляйтунг. По-братски, да братик. Будет. Будь братиком. Охренеть. Сделай красиво, братик. Чисто это самое, как красивый братик, как красавчик вообще. Ты петух-то, а не братик! Все, пока, нет! Братик. Я сдох. А, фух! Красавчик! Нифига, ты у тебя высокая! Блин, посмотри, как у меня башня, это вообще Бурдж-Халифа, нафиг! Схема пьем, третье место схемову дали. Схема. Проиграл. О, схема в этой игре. Гонка, схема знает, что здесь делать. Он сейчас выиграет, да, схема? Там много режимов схемы. Это схема, это режимов много таких. Стандартный режим, ну это ну, пиздец. Ну я буду все время смотреть, как вы играете. Нет, ты играй сейчас и строй хорошо, профессионально, как профессионал. Просто строй, мы можем упасть, Ева. Ну, типа, мы все мы люди. Все мы когда-то падали. Ну мы поднимаемся иногда. Совсем иногда. Да. Вот видишь, схема, у меня сейчас третье место, например, вот я лох. Я сейчас подосру вам, я вас подосрал вам. О, спасибо от души, брат. Схема, вы не понравилась. Куда я поставить должен эту залупу? Да ты можешь... Ты можешь уронить... Ты нахуй, сколько надо, блядь? Ну идите в жопу, блядь! Это не выживание схемов, тут можно ронять все. Можешь ронять... Блядь! Три штуки, три говна мне дали, блядь! Это мы подосрали тебе схему, можешь нас не благодарить. Нормально? Знаете вам, гады, блядь. О, схема зря идеально стала. Поверни! Верни, блядь, на место! Петух грязный. На тебе, верти, я тебе твой блок вертел поутру, понял? На, и вам тоже, думать так просто, блядь. Да ё-моё, пацаны, ну чё вы такие злые-то? Блок твой вертел, и тебя вертел. Все плохо. Не доказано. Схемов, ты строй вверх и бери бетон. Вся башня ушла по звезде, блядь. Бери бетонный блок, он тебе поможет. Схемов, не благодари схемов. Гринпис тебе. Подыши кислородиком, схемов. Хорошо, закрепили.
Ману Квантума хорошая башня, охренеть. У тебя вообще, да, братик, я горжусь тобой. Да. Наконец-таки научился играть. У меня башня херня. У тебя блок бетон, это мышь вонючая. Нагибание намного легче играть. Или пахучий, я не нюхал тебя, не собираюсь. А я против Квантума всегда играл на обычном, на клавиатуре. А он падал на геймпаде, а на геймпаде намного легче играть. Ах ты, ой, гадость такая, у тебя там блок бетонный. Да, блин, да, ей так ничего не получается, что вы делаете, не крутится ни хрена. Что там не крутится? Жопа не крутится, блин. Это хорошо, схемов. Ну как сказать? Ну как сказать, блин. Есть! Нет, упади. А, она у него хорошая, блин. Есть! Схема, вот я был сейчас мастерок, мастерок ставишь, и все, это просто капец. Ты можешь башню потом с нуля строить. Ура! Антон, не потирай так сильно схемову. Да ты ему потирал. Ты ему потирал. Схемов разберется, выиграет тебя, понял, накажет. Схемов — это головоломка, схемов — это самое неприятное в этой игре. Тут нужно как можно большее количество блоков запихнуть до горизонтальной отметки. Чем больше блоков, тем лучше. Схемов такой, что? Ничего не понял. Your understood? Or not understood? И у тебя еще есть привязывалка. Нажимаешь на буковку, что там у тебя, на квадратик, и связываешь блоки. Какой квадратик? Там на что-то там блоки, блядь, связывать можно. Так неудобно все ставится, а? Блин, она упадет, да, походу? Ладно, хорошо, давай тут закрепим. Почему, говорит, ты? О, схема, кстати, схема. У тебя есть еще все возможности. Я проиграл, что ли? Нет, ты еще не проиграл. Мы можем, он Антон, запороть. Все, у нас свалятся все блоки, ты можешь выиграть. Как можно больше блоков вот так. Да, до горизонтальной отметки. Я думал, сверху еще одна будет, и так далее, и так далее. Так, закрепили, хорошо. Ну, блин. Да, схемчанский, блин, ну так и есть. Надо. Ой, как тут страшно. Не спеши, тут можно как волнительно. Медленно. Аж не могу прям. Как волнительно, как страшно. Прям не париться можно. Вот так разочек. Так вот. Вот так еще разочек. И вот так вот другой разочек. Голубочек. Ты толстый голубочек. Жирный пирожочек. Блин. Ладно, давай сюда. Так. Нет! Чё-то мне как-то, блядь, тут места маловато. Ой-ой. Мне мало места. Места мне мало. Такая же фигня. Блин. Блин, что делать, да, с тобой, товарищ? Что с тобой? Ладно, делать? Поставлю тебя таким образом, и надеюсь, это не моя ошибка. О, влезла. Моя ошибка. Это уже не влезет, да? Угу. Нет, нет, нет! Пошёл в жопу. Закончу. Я... Сейчас ты выиграешь, да, мышь? Да не, по-моему, у тебя больше блоков. Схема 8 блоков. Да ладно! 2 блока больше! Схемов, стабильный залог успеха, да, схемов? Идите в жопу. Я сейчас бомбанет такой... О, это твой любимый... твой любимый режим, который ты выучил. Это гонка, схемов. Просто строй максимально высоко. Да? Да, и все будет хорошо. Видишь, как хорошо все, схема. Такая у него радость, ура. Да не особо искренне. А? Нет, тут с тобой ничего не произойдет, схема. Здесь ты не умрешь, здесь ты можешь сколько хочешь строить, да. А, блядь! Да почему они криво ставятся, я не понимаю. Так ты их так ставишь. Потому что ты их так ставишь. Нет, они криво ставятся, блин. Долбанные блоки, как кривули. Пацаны, подарок. Да вы задолбете, воры долбаные! Ой, кто-то мне башню всю поломал. Нахрен, уйди за своим этим. А пока я не поставлю пианино, она так и будет, да? Конечно, да. Да. Вот это мне, короче, украли блок, вы на самом деле очень сильно подосрали этим вот воровством. Вы такие подлые, долбаные вы воры, а? Нафига вы это сделали? Схемов? Кто вы, блядь, это Схемов? Да нафига, Схемов у меня блок украл. Мне теперь все, вся башня по тренде пошла. А что это, зачем мне этот вот вопрузак вопроса? Как круто! Ладно, давай. Вот это по схема там кустарник. Схема, тебе что, бритву подари, схему? С роялем, блядь. Я ничего не могу сделать. У меня просто этот рояль. У тебя вон схема островок. Нажми на островок. Вот, трындец, лед. Ладно, в жопу лед. А, его, блядь, его надо ставить же точно. Я просто эту рояля все скатывается, блядь. На схему ты лед поставь. Охренеть. У него бетон. Да нафиг мне эти блоки нужны. Они дешевые, непрактичные, обсосные и грязные вообще. Вот эти блоки хорошие.
Ах ты, Петуч, я все видел. Как дела, братик? Явно лучше, чем у тебя. На, попей. Что это? Нет. Хорош. Молодец, да не очень-то. Братик, как дела? Как дела, братик? Упади, кабан, блин. Кто кабан, кто кабан, а? Кто кабан, кто кабана? Да ты проиграл, забей. Я пес. Вот это ты пес. Я волк. Ты вонючая волчара, тебя воняет, иди помой. Я моюсь. Ну и ладно, и чё ты думаешь? Схемов, как дела? Схемов, поговори. О, Схемов, твой любимый режим, выживание. Здесь нельзя терять блоки, Схемов, максимально компактно, даже не на скорость. Главное ставить компакт на блоке. Ну, лучше это озвучить. А это вот так вот, а это вот так вот. Все было доступно. Вот сюда, а это... Вот так, сюда, у меня пока что как-то все странно идет, вот но сюда, я стараюсь. А это вот я сюда, так стараюсь. А я это стараюсь. Вот сюда, что там а вот сюда? Вот Схемов. Сюда. Я нормально все получается, Схемов? Я вижу, ты нормально. Ты подаешь надежды, Схемов. Ты подающий надежды строитель, Схемов. Ну, конечно, хрен дадут теперь мне эту штуку. Нет! Я ему сейчас так жестко помог. Это пацаны, жесть. Спасибо. Ой-ой-ой. Благодарочка, Антон. Блять, я ему помог, и он говорит, пацаны, спасибо. Ну, ну тебя спасибо, да, ты молодец, ты помог, выручил, прям по-братски такая вообще. Выручалочка, палочка увидел, прилетела. Я не увидел, что у тебя там такая штука мерзкая. Приятная, поэтому... приятная максимально штука. Что тебе не понравилось? Я тебе не хотел помогать на самом деле, но помог. Нет, куда ты упал? Что это? Она тебе тоже, блядь, что умный самый, блядь. Это что такое? Ёб твою мать. А ладно, это петушиный с... поступок Симов. Вам... От Квантума. От Кратоса. Что ты стало, сделал? Блядь, не так, а? Почему все не так стало, Симов? О, стой на месте. Сейчас мы тебя закрепим, сейчас подожди, никуда не уходи. Схема, все же нормально становилось. Все ненормально. Все, Схемов, все. Я тебе говорю, что все хорошо, Схемов, все под ничего контролем. Горит. Что это? Бляха, муха, хорошо, что я его перевернул. А, ага. Блин. Вам. Еще но туман, блин. Зашибись, я и так ни хрена не вижу. Еще Схема, минус жизнь. Ну там так сердцебиение, пульс учащенный, кому-то жопа, мне кажется, скоро приснится. Кто же это будет? Наверное, это будет Схемов. Блин. Что такое? Почему у меня минус две жизни? Потому что два блока потерял. Мама, где? Криминал. Что где? У него... Блядь. А, давай! Твою мать. Поможет ли тебе это? А? О, Схема выбыл, я думаю, что это такое? А, последние предсмертные слова. У него блоки, блин, закончились, падла. Нет. Да. Ой, да мне вообще пофигу. А, у тебя три жизни, блин. Его башня завалилась. А у меня блоков осталось. Схемов, как тебе моя башня? Схемов, откомментируй, Схемов, мою башню. Нравится строение? Как бы ты назвал мою башню, Схемов? Схемов! Пару слов о моей башне, Схемов. Тебе она нравится? Я хочу домой к маме. Строй, Схемов, строй. Мама будет рада. Вот это вот все. Схемов, работай, блядь, мужчина. Девочка, что ли? Строй дом. Ты будешь первым этажом. Так, Схемов, можешь комментировать, пока строишь? Это вообще, говорят, вообще развивает твой строительный так, интерес. У меня нет слов просто никаких. Просто ни одного слова. Гипопотам, капалава. Что там звуки издает, когда мой туканчик? Ой, да нюхай шарик. Что ты мне думаешь, шариком испортишься? Нет, как говорится, кашу шариком не испортить. Ой, как оно закрепит! Уйди. Схемов, не волнуйся, главное не забрали жизни. Мне можно кричать так на выживании. Мне нужен блок, срочно. Идем наверх. Строимся наверх, можно навалить, в принципе. Навалить можно? Пацаны, кустиков не желай. Ага, я понял, ладно, допустим. Рояль завезли. Блядь, Схемов, нет! Вместо того, чтобы заюзать себе бетон, он юзает вот эту вот срань. Схемов, лучше зачем? Бетон заюзать, потому что бетон зацементирует тебе всю твою... Ты
Схемов, ты выиграл Кратоса, походу. У меня вся башня развалилась. Так. А вот у меня башня что-то какая-то повышенная качучесть у нее. Хватит качаться. Так. Мерзопакостная штука. Допустим, допустим. Вот это сейчас я, конечно, проблему встречу. Ювелирная ювелир. Посмотри на мою схема, башню. Там классно есть. О, нет! Мне не дали, блин, бетон этот рендикс. О, видишь схему? Пока. Ну да. Я проиграл. Я проиграл! Да нет же, да ну куда ты? Верни! Фу, да нет! Схемов! Смешно тебе, блин! О, нормально. Чё ты ржёшь? Какой злой Схемов, да? Ничего себе так... И чё вы строите в одну эту все теперь? Строите нормально, адекватно? Строй сам адекватно! Что в одну эту? Жизнь тяжелая, Схемов, извини. Схема выигрывает, Антон, поднажми. Куда ты падаешь? Ха-ха-ха-ха-ха! Верни, падла! И когда там схема навалил кучу? Блять, блять! Давай! Да почему все скатывается-то? Да забей же, выиграй уже! Нет, не падла! Нет! Да блин, схема выиграл! Да мне башня пода... У тебя упала и соболезно. У меня башня вообще подосрала мне. Ой, блин. Третье место. Схемов, ты всю стабильность сломал, гадость. О, головоломка, Схемов. Смеется тот, кто смеется последний. Самый последним надо... Ебать. А как? Блядь, ну тут только вот так вот. А что с ним делать? Я вот так поставлю. Мне не нравится максимально. Братик, мне кажется, возможно, это реально был логичный поступок. Нет, это был нелогичный. Это... Хотя... Хотя... Братик, ты четвертый раз долбанный. Пошел в жопу, братик. Ты не братик мне после этого. Делал, кажется... Соси, братик. Братик, я не такой, братик. Не-не, у тебя нормально, Данил. Слышь, ты не выебывайся, блядь. У тебя все хорошо. Блин, не та фигура, которая... Чё с моим глазомером-то? О, минус Схемов. А куда это ставить, блин? Ну всё, пока. У Схемов не блоков, да? Схемов, у тебя блоков больше, чем у Кекаса. О. Ну всё, выигрывай. Ты и так выиграл. Всё, давай, заканчивай. Есть смысл сюда поставить? У тебя всё развалилось. Есть! Оно живо, оно дышит, дитятка. Как у Кекаса так? Да вот что-то. У него упало все. Ту-т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 у. Это Тетрис с физикой. Трики Тауэрс, Квантум, Схемов и Кратос были с вами. Мы давно очень играли в эту игру. Как тебе серия? Напиши об этом в комментариях. Хочешь продолжение? Также напиши об этом. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.